веселись на всю катушку. А теперь специально для наших дорогих гостей. Ведьмака Геральта и его очаровательной подруги Шанни музыканты сыграют кое-что особенное. Наконец-то можно пообжиматься. Иди ко мне, Шанни. Я раскрою тебе мою романтичную натуру. Неплохо справляешься. Во всей нашей компании никто не танцевал лучше меня. У меня это дар на дар. Я не знала, что компания Ольгерда занималась танцами. А то как же! Мы еще как танцевали! Мы были, как говорится, и в мир, и в мир, и в добрые люди. Кажется, музыканты заканчивают играть. Знаешь, как настоящий танцор благодарит свою партнершу? Кажется, нет. Что ты творишь? Совсем ума лишился? Может быть, мой разум и сердце теперь твои. Давай договоримся. Ты можешь болтать все, что тебе угодно, но руки держишь при себе. Ясно?